Что такое Sony VAIO-P? Sony отвечает, что это вовсе не нетбук. Но на вопрос, что же это такое, они ничего точного тоже не говорят. Только какой-то непонятный эпитет Lifestyle PC. Ну, для премиум-пользователей, то есть не для всех. Понятно, что это не нетбук, нетбуки-то дешевые. Пэшечку дешево не назовешь. $900 за простую конфигурацию и 1500 за продвинутую. Как-то дороговато. Что же мы получаем за эти деньги? Весьма маленький и симпатичный нетбук с широченным экраном, мощным аккумулятором, но очень маленькой производительностью. Клавиатура на редкость удобная. Максимум места под кнопки, а экономив габаритах, получили, убрав тачпад. Вместо него здесь трекпоинт, который в народе называют очень неприличным словом. Не будем говорить каким. Экран хоть и маленький, но разрешение у него ого-го. Готовьте очки и контактные линзы. 1600 на 768 точек при диагонали 8 дюймов. Это мелковато даже для людей с идеальным зрением. У VAIO-P есть еще одна странная особенность. На него обязательно предустанавливается Windows Vista. Система-то, конечно, хорошая, но вот на пышечке изрядно тормозит. И это при том, что у нас в руках самая мощная версия. На разъемах сэкономили. На правой стороне, рядом с USB, есть специальный разъем для док-станции. И вот на ней-то уже разведены сетевой Ethernet и мониторный DSAP. На левой панели еще один USB и выход для наушников. На передней панели расположен кардридер и переключатель беспроводной сети. Странный, в общем, ноутбук получился. Вроде и нетбук, а вроде и нет. Большой 128-гигабайтный SSD драйв и хиленький процессор Atom. Крохотный корпус и экран с диким разрешением. Ну и цена у всего этого соответствующая.